Hey! Всем привет, ребята, с вами Юля, и я знаю, куда вы сейчас смотрите. Вот на это чудо. Эту стену я обклеивала 2 часа. 2 часа, ребята, я обклеивала всю вот эту стену. Просто я думала, что мои видео будут казаться красочнее, интереснее и так далее. Поэтому вот, собственно, это мой новый фон. Поздравьте меня. Итак, это видео я делаю для тех людей, которые хотят стать видеоблогерами. Согласитесь, что у каждого из вас хоть когда-нибудь да промелькала мысль, чтобы стать видеоблогером. Ну так что, дорогие мои, сегодня я вам покажу несколько жизненных ситуаций лично из моей видеоблогерской жизни. И если вам интересно, то оставайтесь здесь и давайте приступим. Итак, чтобы быть видеоблогером, у вас должны быть идеи для видео. Иногда они у меня есть, а иногда их у меня нет. Блин, сегодня же суббота. Мне нужно снять видео. У меня как раз несколько идей есть. Отлично, пойду воплощать. Блин, сегодня же суббота. Но у меня нет никаких идей. Погода на улице плохая, свет плохой. Ладно, ничего страшного. Снимался в следующей неделе. Перед началом съемки видео ты, конечно, должна или должен выглядеть красиво, и чтобы люди, собственно, смотрели на тебя, и им было приятно на тебя смотреть. Поэтому всегда, перед тем, как я снимаю видео, я всегда подхожу к зеркалу и смотрю, над чем мы сегодня работаем. Опа! Ну что, посмотрим, с чем мы сегодня работаем. Господи, да мне не нужен макияж. Я так красотка. Пойду снимать так. Итак, посмотрим, какой слой тоналки мне придется нанести сегодня. Прекрасно, у меня нет бровей, у меня синяки под глазами, и я страшная. Ну что, косметика в помощь? Должны выглядеть красиво и презентабельно не только по вашей внешности, но и по тому, как вы одеты. У меня уже есть идея, что одеть. Нечего одеть. Но когда я все-таки найду несколько вариантов, мне нужно выбрать, что же я одену. Нет, это какая-то слишком спортивная. Блин, я была уже в ней в видео. Не знаю, что-то нет. Но это какая-то слишком простая. Блин, это какая-то пацанская. О, идеально. Закатили рукава и прекрасно. Наконец! Все блогеры хотят снять видео с одного раза. У некоторых это получается, потому что у них прекрасная речь, они уже написали сценарий, им не нужно долго снимать или переснимать видео, и у них все прекрасно получается.
Всем привет, ребята, с вами Юля, и это видео про то, One hour later. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте мне пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю, хорошего настроения и пока. Всем привет! Всем привет! Неужели? Редактирование видео — это вообще отдельная тема. Редактировать нужно очень долго и усердно. Ну что, приступим. Надеюсь, через 2 часа я закончу. 6 hours later. О, прошло уже 6 часов, а я до сих пор не закончила. Ну и конечно, даже когда я хотела стать видеоблогером, думала, что когда я стану видеоблогером, у меня быстро будут набираться просмотры. К сожалению, в реальности это не так. Просмотры, конечно, набираются, но не с такой скоростью, с которой хотелось бы. Итак, уже 51 тысяча просмотров. Неплохо. Я выложила видео 2 часа назад, и у меня всего лишь 118 просмотров. Ну что, ребята, вам рассказала и показала немножко о видеоблогерской жизни, как-то так сказать. Все мы чего-то ожидаем, но в реальности это происходит не так, как мы ожидаем. Просто сфилософила сейчас. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и если так, то давайте поставим этому видео пальчик вверх и подпишемся на мой канал, потому что мне будет очень приятно. Хорошего настроения и пока! Я пойду долго и усердно редактировать это видео, прямо как я показала в реальности.